Гена, еще чем любите заниматься? Я люблю слушать музыку, магнитофон. Я сам включаю магнитофон. Так. Вот, я в интернете выучил 14 штук песен на английском языке. Вы их понимаете? Вы знаете английский язык? Я сам не проходил на английский язык, но я учил мотив этого, так сказать, артиста песен. А что там поется в этих песнях, вы не понимаете? Я понимаю. Я даже знаю, если вы хотите, я могу вам исполнить какую-нибудь одну песню. Давайте. Вот я вам сейчас пою одну песню, которая называется «Нет времени». Вот такая песня, это сама песня из вокального инструментального ансамбля «Тичин», которая называется. А, понятно. Ну вот, Гена, а здесь, в отделении, вам здесь нравится находиться? Знаете, мне не очень нравится, потому что особенно нету очень много молодежи персонала. А мне нравится, когда бывает красота, когда модно одето, когда модное красивое лицо, понимаете, в чем дело? Вот. А я, в общем-то, лежу в этой больнице впервые. Понятно. Скажите, Гена, а вот порядок, условия отделения, как тут все работают, вас устраивает? Правильно здесь все устроено? Порядок соблюдается какой-то? Знаете, если по-честному сказать, я не привык дома спать. Угу. Никогда. Я раньше любил спать, а сейчас нет, потому что иначе у меня отвык организм спать днем, потому что если я днем выспалюсь, то я вечером спать не буду. Иначе мне приходится капель 25-20 выпить волокартина, чтобы я уснул. Понимаете, в чем дело? А если я этого не сделаю, то я буду валяться в кровати до 2 или до 3 часов ночи. А потом я подхожу в месяц, чтобы дала какое-нибудь лекарство, да, чтобы я уснул. Ну так, Гена, вы вообще порядок любите? Любите, чтобы все было в порядке? Или... Я люблю, чтобы только была чистота. А вот строгий порядок, чтобы я к нему не очень привык.